Как приготовить Филадельфию дома? Все очень просто. 120 грамм риса на половинку нори, прижми и переверни. Выложи творожный сыр. Скрути ролл аккуратно и сделай его круглым. Нарежь рыбку пластами и выложи ее на пленку. Добавь ролл и скрути поплотнее в пленке. Прижми, порежь на 8 частей. Сними пленку, выложи на тарелку. Добавь имбирь и съешь, пока никто не видит.